Действительно, прекращение огня, демилитаризация, другие вопросы, стоящие сегодня на повестке дня, конечно же, обсуждались, и многие другие. Но давайте сейчас не будем обсуждать конкретные итоги. Сторонам нужно проконсультироваться в столицах. Могу сказать, что обсуждение было самым детальным, самым подробным, работали более 5 часов. Теперь нужно проконсультироваться действительно в Москве и в Киеве. Важно, что стороны друг друга слышат. Это главнейший итог сегодняшних переговоров. Та фундаментная плита, без которой говорить о том, что данный формат состоялся, было бы невозможно. Но формат состоялся. Не за горами второй раунд. И действительно, каждый день сейчас имеет важнейшее значение. Поэтому находимся в контакте с украинской делегацией в нашем переговорном формате. Отработаем с нашим руководством даже не завтра, а сегодня ночью по возвращении в Москву. И будем готовы, если к этому будет готовность и со стороны Киева, продолжить работу в данном формате. От себя лично выражу надежду на то, что этот формат окажется эффективным. Скажите, а правда ли, что один из членов украинской делегации заявлял, что категорически у Украины такая позиция, что Россия должна вывести войска из Украины, и в том числе из с территории Донбасса и Крыма? Без комментариев, давайте не будем торопиться. Ну и последнее, есть надежда, что к чему-то хорошему итоге придет? Если бы не было надежды, мы бы не работали в этом формате. Продолжаем работать и расскажем обо всем, как только у нас будет такая возможность.